Ребят, всем привет, доброе утречко. Мы с Янчиком приехали в Хедеру и ходим тут по мебельным магазинам, смотрим столы. Хотя, честно говоря, меня терзают смутные сомнения, что мы получим стол срочно. Но попытка не пытка. В любом случае заказать надо. Если не получится срочно, то закажем хотя бы. И да, мне советовали еще ехать в Нетанию, в Хайфу, то есть не останавливаться только на Хедере. Ну, посмотрим сначала Хедеры, все-таки Хедер находится ближе Нетании, ближе Хайфы. Поэтому, если не найдем здесь, то тогда поедем уже дальше. Нашла я в интернете адрес вот этого магазина. Мир мебели называется, вроде как большой магазин. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Давай, заходи. В прошлом магазине не особо нам что-то понравилось, и были цены очень высокие. В общем, ребят, выбрал тут, конечно, уже намного больше, и цены тут намного приятнее, чем в прошлом магазине. В общем, выбрали мы здесь стол, и привезут нам его завтра. Так что вообще все шикарно. Долго я, конечно, выбирала, но в конечном итоге остановилась вот на этом столе. Он стоит 3000, потому что мы его забираем отсюда. То есть это не под заказ, он здесь стоял, но в принципе он в хорошем состоянии, никаких царапок, ничего нет, поэтому даже вот немножко сэкономили. И также мы возьмем еще 6 таких стульев. Такие стулья нам обошлись в 550 шекелей за одну штуку. Тут такое покрытие, которое очень легко моется, но и они очень удобные. Хотя, конечно, не очень хотела бархатные стулья брать, но когда привозят на следующий день, тут как бы беру из того, что есть, как говорится. Все, ребят, столом мы обзавелись. Я надеюсь, что он подойдет нам в интерьер, потому что выбран он был очень быстро. Я надеюсь, что он хорошо встанет в нашу квартиру вместе со стульями. На самом деле, я изначально хотела брать черный стол. И вот рядом с этим столом был такой прикольный минималистичный черный стол, но меня остановило то, что на нем просто все будет видно. И пыль, и грязь, и разводы. И поэтому он, кстати, стоил даже дешевле, чем серый стол. Его можно было взять с витрины, получается, за 2000. Но решила, что я не буду этого делать. В общем, пока что еду домой. Кстати, доставка нам обойдется в 350 шекелей. Ну, я думаю, что в целом обошлись малой кровью. Надеюсь. Ребят, вчера в Икее купили такой классный набор посуды. Во-первых, купили бокалы. Докупили бокалы, потому что у нас несколько разбилось. Для полного комплекта купили еще одну пачку. И купили вот такие вот классные тарелки. Они были разных цветов, но нам больше всего подошел именно черный цвет. Значит, такие вот тарелки, более глубокие там были на этом наборе. Неглубокие тарелки маленького размера, вот такие вот. И еще здесь у меня стоят большие тарелки, тоже неглубокие. Вот такие вот. И знаете, что мне больше всего понравилось в этом наборе? Что в этом наборе по 8 тарелок каждого вида. Обычно, когда покупаешь набор, там максимум 6. И это не очень удобно. Обычно 6 штук не хватает. А 8, мне кажется, это вообще оптимальное количество. И стоил этот набор всего лишь 200 шекелей. Так что мне понравился очень даже. Ну и они, конечно, выглядят очень красиво. Жаль, не было белых или каких-нибудь светло-бежевых. Так бы их купили. Но черный тоже неплохо. Неплохой вариант. И у нас я нервничаю, когда собираю стол. Андрей собирает стол из Икеи. Да не стол, это ёб... Ну что, Андрейка справился. Первая вещь готова. Стол Яна письменный. Такой вот ящичек. Вот такой тут. А еще мы забыли стул Яну купить. Собирались, записали, но не взяли. Так что придется, наверное, еще раз завтра ехать в Икею за кроватью. Вроде как в наличии появилась эта кровать, которую мы хотели взять. Ну и за стулом. Ну, такие дела. Завтра во второй половине дня поедем. Так, ребят, ну что, следующий день уже. И нам разгружают мебель. Все, как обещали. Привезли ее в 3 часа дня, посередине дня. Ну, то есть, все, как и договаривалось. Класс. На таком огромном грузовике привезли.
Ну что, ребята, привезли нам стол, собрали быстренько, подняли два стола, еще должны четыре поднять. В общем, такой столик я выбрала. А вот и донесли нам оставшиеся четыре стула. Так теперь выглядит наш обеденный стол со стульями. Мне нравится, хотя, честно говоря, надо привыкнуть, потому что я изначально в голове себе представляла черный стол и светло-серые стулья. В конечном итоге взяла все темно-серое, но ничего. В общем, сейчас у меня по плану ехать за ребенком в школу, забирать его оттуда и ехать, куда бы вы думали, в Икею. Да, у нас одной поездкой обычно Икея не заканчивается за один раз, приходится ехать еще раз. Что-то забыли, чего-то не было в наличии и так далее и тому подобное. В общем, так случилось в этот раз. Хотим докупить кровать Яну, которую мы планировали, и плюс еще стул, который мы просто забыли купить. Так что собираюсь, выезжаю. Приехали мы в Икею. Сейчас Андрейка должен нас где-то найти на этой огромной парковке. Он на мотоцикле, как обычно, с работы приехал. Янчик, как обычно, уснул в машине, пока мы ехали, потому что ехали мы очень долго, пробки были большие. А вон и Андрюшка едет. Красава! Ва-ва-ва! Здравствуйте! Здравствуйте! Ребят, решили мы в этот раз поступить по-умному, поесть в Икее, потому что в прошлый раз мы, конечно, сглупили, пошли перед Икеей в ресторан, потратили на это кучу времени, и да, а время сейчас это у нас самый главный ресурс, которого просто нет, поэтому решили быстренько перекусить в Икее, все втроем голодные. Еще что мы тут взяли? Салатик, еще один салатик, ну это кола, понятное дело, стандарт. Андрейка взял себе острый хумус, вот такой вот с питой. Еще он себе взял такую тарелку салатов. И здесь у нас основное блюдо. Это куриные такие шашлычки. Выглядят достаточно аппетитно. Рис и картошка фри. И здесь почти то же самое, только вместо риса фасоль. Вот так вот мы сейчас поедим. Надеюсь, нам хватит. Все голодные. Честно говоря, мне местная икеевская еда в Израиле не особо нравится. Не особо это выглядит, знаете, привлекательно и по-ресторанному. Но когда выбора нет, как говорится. Очень приятного нам аппетита. Я не знаю, что здесь происходит, но почему-то в ресторане икеевском просто какой-то... Ян. Просто какое-то неимоверное количество детей. А у нас все хорошо. У нас все хорошо, мы дома. Отдыхаем. Пацан. Все, она встала. Получается, теперь матрас на матрас. Ну да. Да, это получается даже двухспальная кровать. Короче, ту кровать, которую мы присмотрели в прошлый раз, ее так и нету. Хотя на сайте у них написано, что в наличии две штуки есть, но мы не нашли на складе, поэтому ищем другую кровать. В общем, мы нашли вот такую кровать. Тут тоже из нее можно сделать себе двухспальную кровать. То есть тоже вариант неплохой. Стоит 1600. Естественно, без матраса это. Смотрите, ребята, прикол. В Икее начали продавать мебель для мастеров красоты. Вот, например, тут организовали такой уголок для мастеров маникюра. Вот такие дела. Вон даже полочки с лаками есть. Он, Андрейка, наконец-то себе нашел красивые бокалы для виски. Все, можно. Купил. Я тоже хочу. Вдруг у нас стало как-то очень много посуды в последнее время. Все, иду к машине. Сейчас подвезу, будем загружаться. Ух, устала я, конечно, капец. Припарковался, кстати, вообще далеко-далеко, потому что парковка была вся занята. Доехали. А сейчас будет прикол. Ну что ты так на меня смотришь ненавидящим взглядом? Опять я подставу Андрюшке учинила. Сейчас увидите какую. Опа, вывалилась подстава. Подстава? Счастье, гордость, любовь. Не подстава. Бутылки — это счастье, гордость и любовь? Моя. Моя прелесть. В общем, рассказываю. У нас же сейчас
контейнеры, куда можно кидать пластиковый мусор, пластиковые бутылки, они убрали. И теперь, чтобы не кидать в общий мусор, нужно отвозить эти бутылки, там, например, в супермаркеты. Короче, я наши бутылки пластиковые собираю, и раз там в какое-то время... Смотрите на Андрея. Отвожу эти бутылки в супермаркет, даже за это какую-то денежку получаю, но не в деньгах счастья, потому что денег там вообще мало очень получается. Короче, сегодня, вчера я такая думаю, у нас набралось 3 таких пакета с бутылками. Я думаю, блин, ну отнесу в машину, пускай там будут. И как раз сегодня я собиралась ездить в магазин, скупить продукты и отвезти эти бутылки. Ну и, короче, не съездила я ни в какой магазин, поехала. Забыла про эти бутылки в багажнике. У меня весь багажник был занят этими бутылками. Они же еще очень такие, как бы, легкие, но они очень много места занимают. Это вот 2 пакета. У нас еще один пакет в 2 раза больше. В общем, и поехали так в Икею. Весь багажник занят. Мы открываем с этими, со всеми коробками и понимаем, что, как бы, коробки-то складывать некуда. Спасибо. В общем, распихали эти бутылки, распихали эти коробки. Распихали. Ты распихал. Распихали. Ну, в общем, подставу я опять Андрюшке учинила со своими бутылками. Ну, в общем, они остаются пока в машине. У нас в машине еще и арбуз с нами ехал, чтобы вы понимали всю, так сказать, критичность ситуации. Ой, надеюсь, ребят, это наша последняя поездка в Икея за ближайшие несколько месяцев, а может быть даже и лет. Я не буду против, потому что все-таки это очень утомительно. Очень. Если, ребят, вы думаете, что на Икее мои поездки закончились, то вы ошибаетесь. Я приехала в супермаркет, чтобы купить продукты, потому что у нас дома есть нечего. Завтра пятница, завтра в магазинах будет просто толпы народу, парковки не будет, поэтому я решила последний рывок совершить и съездить в супермаркет сейчас, 9:30 вечера. Заодно сдам свои бомжатские бутылочки. Чтобы вы понимали масштабы происшествия, все это было в моей машине и мешало запихнуть в нее мебель. Не из-за предупреждается, ребят. Так что не судите строго. Ну что, ребят, интересно узнать, сколько миллионов я получила за целую телегу бутылок. 11 шекелей, 10 огород. Вот так вот. То есть дело вообще не в деньгах, конечно. Деньги тут маленькие, но я не люблю выкидывать пластик мусор. Очень не люблю. Так, ну все, скупилась я продуктами, хотя на самом деле покупала я совсем немного, потому что мозг у меня не работает, я не помню, что нам надо, что не надо, так что взяла такое самое основное, то, что я помнила. В общем, получилось всего лишь 2 пакета. Обычно я закупаюсь в количестве примерно в 2-3 раза больше. Ребят, буду на этом с вами прощаться. Вообще мозг не работает, язык заплетается. Мне кажется, я вообще через 5 минут уже перестану выдавать из своего рта какую-то членораздельную речь. Так что на этом, наверное, буду закругляться. Хотя еще сегодня, наверное, день не закончился. У нас очень много чего разбирать надо, все эти покупки. Я не знаю, будет ли Андрей сегодня мебель собирать. Меня терзают смутные сомнения. Посмотрим. Ладно, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока.